О, свет! Ура, свет, да! Так, куда я пришел? Господи, что происходит? Куда я пришел? Дом Эми... А, да ладно! Эмиральд, ты где? Нейзи? Ты где? О, привет, Нейзи! О, привет! Ну что, как там твоя охота? Какая охота? Ты где был? Сюда вот приперся, я обустроился, я вообще тебя искал, на самом деле, давно-давно, и как бы я тут уже обустроился довольно-таки неплохо, вот покажу тебе свой домик, вот тут вот у меня двухспальная кровать, ну-ка. Если хочешь, можешь себе тоже сделать кровать где-нибудь вот здесь вот. А что у тебя окон нету, выбито? Ну, окон нет, потому что пока у меня стекла нету. Ладно, что ж, дорогие друзья, всех приветствую, с вами Эмеральд и Нейзи. Нейзи все-таки выделил время, чтобы поиграть с нами со стрёмные, ой, какие стрёмные, я их уже путаю, опасные приключения. Стрёмные приключения, так хочу, меня так просят сделать продолжение. Но, увы, друзья, возможно, будет второй сезон, возможно. А мы пока что думаем над этим, но да, будет, наверное. Ну, а пока что вот, наслаждайтесь вот этим вот. А, не, кстати, на тебе пистолет, я тебе выделю пистолетик. О, смотри, что у меня есть. У меня есть химикат X, мы сможем сделать себе большого зомби, да? Чтобы погоди, да я посмотрю на него. Потом, чтобы убить. Только он очень хрупкий. И еще у меня есть модификатор для оружия. Можем погоди, мне надо покушать. На оружие, вот. Это что такое? Это что, типа глушитель можно поставить? Да, можешь глушитель там поставить. Ну вот, мы будем находить оружку там всякую. А на вебле есть что-нибудь? Да. Глушитель можешь поставить. Прикольно. Ладно, пойдем, наверное, скорее так, всего, мы сейчас куда-нибудь пойдем. Я сейчас положу к тебе этот... Ну, пойдем мы как люди, а не как паркурщики, поэтому выходим из парадного выхода. Поскольку у меня теперь, кстати, есть вебли, теперь плащ и ангелы мне не будут так страшны. А их, наверное, вообще не будет. Почему ты так думаешь? А, ну может будут, ладно, пойдем. Так, у меня есть фонарик, если что, на... Они там всегда есть, особенно в темное время суток, это вообще дикие люди. Так. Какие-то вообще люди. На дробовик я... Это вообще статуй. Так, окей. Да. Так, на дробовике у меня есть фонарик, вот это классно. Да. А у меня его нету, поэтому мне придется ходить с факелом, как пещерный человек. Как этот Far Cry Primal, да? Стоп! Чё за звук? Какой звук? Я же говорил, там статуя будет. Не, это зомби. Это да нет, зомби. Я точно статую слышал. Во, я перезарядиться забыл! Так, ой-ой-ой-ой! Не брать патроны, я больше... Вау! Ай, тебя убили! Чёрт возьми. Блин, звуки надо потише сделать. Господи. Так, давай залезем на крышу, там побезопаснее будет, я думаю. Давай. Так, я отсюда уже полезем мародерствовать. Мародерствовать? Да, давай так, полезем. Что тут у нас имеется? Тут у нас ничего, кроме железа. Это тоже полезно. Вот, так! Уйди! А, меня-то не попадет. Все, окей. А, точно, да. Тут же friendly fire-то нету. Ну, действительно. Это тебе не Counter-Strike. А, нет! Что за баги? Все. А это мой фонарик такой. А, странно. Ладно. О. Так, я поломаю все. И да. Ты тоже мне помогай. У тебя кирка есть? У меня нет, ты че? Я только шипры. Ой! Ой! Уползает что, кстати, наверх обратно. Кстати, когда я рублю, у меня почему-то пролагивание непонятное. Я не пойму, с чем это связаны. В смысле, пролагивание? Ну, у меня, смотри, у меня сейчас вот 120 FPS, а вот когда я рублю, у меня почему-то их под 30 где-то. А, ну не знаю, лагает. Как-то не оптимизировано, странно. Ну ладно, в общем, продолжаем. А это что вообще такое? Есть... Ну, нотный блок, давай поставим. Да, и сейчас рэп будем читать, как эти... Стоп, смотри, это битбокс. Фу, нет. Сука. Битбокс, блин. Так, короче... О, да. Уже нет пролагивания, отлично. Я бит сейчас создам. Йоу, Эмеральд. Умирай. Прям здесь. Ладно, это плохой бит. Эй, не надо. Вот так тебе за такой бит. Офигеть, что там внизу летает? Это что такое? А, это ведьма. Это ведьма. Да ну. Ай! Куда опускайся? Не опускайся. Чё ты там застрял? О, чё это такое? Господи, сколько их тут? Отвяньте от меня. Отвяньте, пацаны. Ай, ты чё сломал-то?
Уходим! Валим! Ой, отстанет меня. Ой, чувак, он за мной ползет. Валим. Чувак, он за мной ползет. Ноу, зомби. Черт, свет где? Я свет куда-то подевал. Давай, улезаем отсюда. Улезаем. Улезаем. Все, пошли нафиг отсюда. Стой, 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 покушать надо. Покушать-то. Ай-я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 й. Валим, уходим. Одна черепушка осталась одна. Так, ты где? Умирает? Так, я тут. Так, давай, за мной. Тут что такое? Тут дорога? Да, тут дорога. Долбанные проваливания, как они меня бесят. Окей. Значит, блин. Так, куда мы сейчас идем? Офигеть, я вообще ничего не... Цитадель из этого, из Half-Life. Из Half-Life пойдем туда, хотя стоп, я там был. Нет, не пойдем мы туда. Давай лучше пойдем в это вот место, потому что тут я еще не был. Давай. Вот это вот здание. Ну, лутаемся мы. Посетим его. Вдоволь лутаемся. Ай-яй-яй-яй! Ты чё, крипер? Крипер, камикадзе долбанный. Ой-ой, тихо, тут еще крипер. Ща его убью. Давай, Дёма, конечно. Уйди! Что такое с тобой сегодня? Неугомонные криперы. Чего? Ай, ой, ой, вай, 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 не надо. Уходи. Все. Так. Так, стоять. Куда идем? Ой, аккуратно. Где зомби? А вот. С него железо выпало. Так, погоди, уже рассвет, уже можно, в принципе, убирать вот эти вот наши светильники. Фонарик, да. О, смотри, светокамень, можно взять. О, смотри, давай сюда пролезем, посмотрим, что тут. Куда? Вот в этот вот сквер, точнее, лесок. Лесок, давай. Вообще не знаю, как это фигня называется, ну, на что-то такое похоже. Ну, пофиг, да, давай сюда пойдем. Главное, что тут деревья растут. Так, там у нас зомбяк. Да. А, не, это крипер! Ой-ой-ой. Крипер, уходи. Не взрывайся. Все, нету крипера. Так, там я вижу какое-то интересное здание. На Ашан похоже. Пойдем туда. Где? А там с ним. Там фараох есть? Нет? Нет, не знаю. Давай посмотрим. О, стоп, что это такое? Что это за место? О, слушай, а давай тут порыскаем. Давай. Слушай, я, по-моему, тут был. О, листва тут. Оп, тут в сундуке. Я М-ку нашел! Где? Грудак нашел. Где? Чего? Тут еще калаш нашел. Броня. О, офигеть, курточка. О, патрон на калаш. Уголь. Жилетка. Так, о, скр... Юсп нашел. На, возьми Юсп. Скр. Сказал скр. О, да? Алмазный шлем. Где? Вот. Офигеть. О, жемчуг Эндера. На, короче, так, я тебе скину. Так. Тебе калаш скинуть или М-ку? Так, забери вот это, оно мне не нужно. Тебе калаш скинуть или М-ку? Мне калаш. Ладно, на. А. Так, калаш, и на него вот патроны все. Вот. Давай. Окей. Слушай, а мне не жирно ли с этой? А, он заряжен уже. С окей. Дробовиком, с М-кой и с Юспом. Не знаю, это тебе решать. Так, попробуем. Ты затестим. Оп! Нет, по летучим мышам не получается. Так. Так, ладно, пойдем в Ашан. Или что это такое? Тут написано... Или F, то ли... Короче, разрушенное что-то. А, блин, видно. Я упал, спаси меня. А, куда ты упал? Блин, неплохо ты их залутали, да? Ага, вообще, найс. Ой, еще грудак тут нашел. Так, слушай, тут еще что-то железное, давай посмотрим, что тут. Да. Давай посмотрим. О! Ай! Ты куда упал? Крипер! Так, я тебе свечу. Все. Молодцы. Что это за место такое? Его знает. Может, пойдем отсюда? Какая-то розовая шерсть. Пойдем отсюда лучше. Вылезай. Хотя, стоп, тут редстоун, я его пособираю себе. Ну, тут какой-то механизм, видимо. Наверное. Мы его сейчас сломаем, чтобы он не сработал. ТНТ вдруг какой-то, оно не взорвется кстати, теперь. Кстати, да. Вот ТНТ вот я просто ненавижу. Да. Блин. Чё тут слишком большое. Ай! Чё? Фух, еле что спасли. Там? Я выжил. Я упал только что просто. У меня один хп, мне надо покушать. Все, пошли дальше. Пойдем. Так, ну так что, пойдем в наш супермаркет, который я именую Ашаном, потому что... Где, Ашан где мне... О, свинтусы! Где свинтусы? Вот свинтусы, давай добываем где, кушать. Где? Вот тут вот. Так. Ой, слизень тут. Ой, не выкидывай, не надо. Слизень, прыгай. Слизень, старший брат Антошки или младший? Да, я его не буду трогать, нафиг. Нет. Чё-то меня залагало. Чего? Чё такое? Так, погоди, мне надо перезайти.
Окей. Давай. А ты где вообще? Так. Так, продолжаем. Вроде как я справился с проблемами, и вот я уже возле этого Ашана. Именно. Ты где? Ты где? Ты где? Я здесь, Так, ты где? Я тебя не вижу. Так, я сейчас на самое высокое дерево залезу, чтобы ты меня увидел. Хорошо. Так, ты должен меня видеть. Ты где? А, вот, я тебя вижу. Сзади. Вот, я сзади тебя. Эй. Ты где? А, во. Вот. Давай, пошли. Так, давай. Погнали. Это, по-твоему, Ашан? Да. Какой-то большой шанс. Хотя, стоп, погоди. Это какой-то отель. Больше похож на отель. В натуре. Я хотел бы тут номерок взять. А что, может, возьмем? А прикинь, может, нам придется тут жить. Там сзади тебя секретный агент из этих... Из монстровских. Из царства монстров. А, здравствуйте. Можно мне, пожалуйста, номерочек в отеле? Нет, нельзя. Мы закрыты на случай зомби-апокалипсиса. Ну-ка, давай мне быстро. Чё, такой крутой, да? Ну и кто из нас первым выстрелит? Никто, потому что мы друзья. Окей. Так, стоп. А, блин, тут залагали эти, смотри-ка. А, так, люки. погоди. Гадю. Чёрт! Чё? Останови запись, я забыл. Короче, у Миральда вылетел Майнкрафт. Он там, это, эмоционально так, чёрт! Да. Ну, теперь все нормально, я перезашел, и теперь мы можем идти, собственно говоря, дальше. Вот это, мы добрались до этого отеля, Ашана, отеля, не знаю, нажимайте как хотите, но в отеле почему-то ничего вот нету. И давайте посмотрим, что здесь у нас. Может быть, лестницу какую-нибудь найдем. О, смотри, я нашел лестницу. Или разрушенную лестницу. Ну, в общем... Поищи лестницу. Так, где тут? Так, тут ничего нету. Так, залезаем сюда. Куда? Вот сюда, вот. Тут грибочки. Грибочки тут. Получай с ноги по почкам. Давай. О, грибочки. Хочу грибочки. А где грибочки? Стоп, погоди. Почему я их бью, они пропадают? Вы чё? Погоди, у тебя факел есть? У меня есть фонарик. Тогда посвети здесь. Может, так. Тут что-нибудь есть? У нас нет ничего, к сожалению. Бомжатское здание. О, смотри, пляжик. О, пойдем на пляж, хочу покупаться. Пойдем искупнемся. Пойдем. Давай, смотри. Рыбкой так. Еще раз. От третьего лица. Так. Ладно, я сюда камеру поставлю, вот камера, вот, собственно, я сейчас прыгну так. Ой, куда я делся? Господи, я закрыл. Ты где? Я выпал из мира. Чего? Я выпал из мира. Каким образом? Нет, я не знаю. Чё за фигня? Да ну. Я тут... А я опять вылетел. В смысле? В смысле? Из Майнкрафта? Да. Нет, не из Майнкрафта, а из сервера. А почему так, эй? Я тоже не знаю почему. А где моя броня вся? Вы что, совсем шили? Это не смешно нифига. Ладно, сейчас продолжим. Блин, я не знаю, я взял упал. Я не знаю, что с этим сервером сегодня не... Так, ну мы сегодня почему-то вылетаем. Точнее, я вылетаю. Давай посмотрим, я вот сейчас снова прыгну, да? Да. Если что-то случится, то... И что, и где, и все. Слушай. Мадак. А чё это тут такое? Где? Чё за расизм? Почему только один блок такой белый, а остальной чёрный? Слушай, дай-ка мне факел или типа того. У меня нет факела. Блин, мне нужен глоустоун. Глоустоун. Окей. Ладно, не будем здесь ходить, давай всё-таки... Да, блин, я всю броню просто срал. Давай всё-таки проследуем это здание всё-таки до конца, потому что нехорошо мы поступили, недоизучали. Да. О, крипер, тут крипер. Давай, обнимашки! Ура! Ура! Я его голыми руками побил. Так, стоп, мы не туда идем. А, нет, туда. А, во Glowstone как раз таки. Стой, погодь, я хочу просто сплавать туда посмотреть. Так, ну ты пока сплавай, а я уже побыстрее заберусь. Окей, давай. Стоп, это что за... О, зомби, уйди от меня! Зомби? Зомби, да. Зомби? Ага. Зомби. Ой, там шмальба, парни, шмальба. А почему, не понял, а почему они не появляются? Ай! Так. У меня труп зомби исчезает что-то. Где мои вещи?
Чё это он вдруг исчезать начал? Парни, где мои вещи? Нези, помогай. Зачем? Давай камнем этим, светокамнем побью. Давай. Нези, помогай. Где ты? Я здесь, вот тут вот. Кто-то ты? На втором этаже. Ой, ой, это мне помощь нужна. Офигеть, их тут нас... Откуда вы вылезли? Глоустоун, Глоустоун, осторожно, не хочу умирать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это что? Блин. Да, повезёт тебе сегодня. Блин, я у дома появился. А внутри, что это за черный человек там был? О, светопыль может светить. Отлично, в руке. Супер. Так. Убиракс. Так, блин, я не знаю, что делать. Так, оп. Ага. Блин, ну где я заспавнил сетя дома? Все, отлично, этот убит. Блин. Так, мне надо домой идти срочно. Давай иди домой. А то я чувствую сейчас, меня та же участь постигнет, что и тебя. Так, тогда я возьму факел и не знаю, куда пойду. Так, ага, отлично. Вот так вот, а теперь бежим, бежим, просто, не знаю, со всей дури бежим, чтобы никто меня не зацепил. Беги, беги. А я, не знаю, что-нибудь тут полутаю, посмотрю. А ты где вообще? Ты я что? Я у завода этого. У завода? А ты Антошку не видел? Не видел. Че он там, как поживает? Короче, я хочу... Мне надо еще ему домик построить. А, да, давай, будку ему построим. Че это за гозы такие страшные? А-а-а, паук! Паук? Да, паук. У тебя арахнофобия? В этой игре, да. Почему? Почему? Потому что они тяжело убиваются. Ну как, не тяжело, они могут отравить. Да, квадратная луна, конечно, неотъемлемый атрибут Майнкрафта. Блин, у меня что-то соседи там, они разбушевались, там, не знаю. Ай, я опять упал, ну что такое? Что такое? Бежим. Так, что это такое за место? Это вообще фонтан какой-то. Вот. Странно, а опа, почему, тумбочка, слушай, почему это до сих пор так... Скорпион! Скорпион, я нашел скорпиона! А я вообще в какое-то место забрел неизведанное. Ой-ой-ой, что-то темно. Слушай, я скорпиона нашел. Ну темный, но непонятно. Я пистолет-пулемет нашел, слушай. Я сейчас взорваться могу. Так, я тут... Нет, ты что, игиловец? Зачем тебе взрываться? Не, я сейчас взорвусь, чувствую, потому что... Как его... Нажал на какую-то кнопку и, не знаю, TNT какой-то, наверное, сработал. А нет, ай, не сработал. О, кольчушка. Чего-чего? Кольчушка. Кольчушка? Да. Ай, вай, вай, паук, отстань, не надо! Не ну вот, а еще говоришь, что у меня арахнофобия. Пауки тут зажали меня. Так, я в каком-то месте непонятном сейчас нахожусь. Че это за розовый? И меня опять вылетело. Молодец. Ору просто. Просто ору. Короче, мы снова продолжим. Господи. Так, вроде опять перезашум. Надеюсь, хоть в этот раз не вылетит. Я уже, пожалуй, пойду домой и буду заканчивать эту серию. Так. Я жду дома. Да. Стоп, ты уже добрался до него? Да, я уже дома. Как ты так быстро запомнил? Даже я так быстро не запоминал. В смысле? А что тут запоминать? У тебя дом весь светится, как новогодняя елка. Да, конечно, светится. Я его отсюда еле вижу. Так. Значит, мне что нужно так делать? Так, перевозим. А где Антошка? Антошка, не знаю, пошел копать картошку. Наверное, без меня. Ну, может вырастет мне картошки, а я ему домик замен. Так, что там у нас? Зомби, уйди из моей территории. Уходи. Да, уходи. Я так, знаю, что так, хочу так, сделать? Так, погоди, ну, смотри. Ну. А, значит, мне нужны палочки, палочки. А, вот как раз две палочки есть. Смотри. Надо положить. Значит, делаем вот так вот. И теперь выйди. Ой, зомби. Ну ничего, они сюда не пройдут. Оп, так, делаем. Смотри, там... вот так. Опчик, опчик. Вот. Чего? Лампы. Неплохо. Ну вот, собственно. Давай сделаем домик для твоего слизняка этого. Да, для Антошки. Так, для этого нам понадобится что? Правильно, дерево. Так, дерево, да. Или замшевый булыжник, или просто булыжник. Вот ты хочешь жить в замшевом булыжнике? А ты? Я нет. Я тоже. Ну, так, я думаю, что Антошка хочет. Антошка вообще, он маленький, я думаю, для него, в принципе, хватит такого небольшого домика, где-то 4 блока, может, 3. Ну,
Так, и сейчас мы пойдем, собственно говоря, его строить. Надо сначала найти его. Так. Ой, пауки. Так, нет, давай поспим сначала, потому что нам надо, чтобы днем было это все дело, а то неудобно так. Ага. Так. Пожалуйста, вот твое место. Да, то как педики будем все это майкровать. Не выражайся, дети смотрят. Ладно. Так, а чё я спать не могу? Так, я буду здесь спать. А чё я спать не могу? А, я там, рядом монстры, гады. А, вот это паучара. Ну все, получай. Хэдшот. Ой, нашёл. О, ведьма! Ой. Все. Спим. Спать! Быстро спать, right now. Черт возьми, спать! Опять рядом монстры, да вы что, серьезно? А, я сплю. Так, иди, нет. Убивай. Что сделать вот так? А, лайфхак. Уйди! Ай, уйди! Уходи, отошел! Что с его рэгдоллом? Да я его вообще не вижу. Почему? Он черный стал, как негр. Хотя, почему как? Хотя он и есть, и был. Он негр. Ладно. Значит, где? Надо найти твою слизня этого. Сейчас мы слизня найдем. Ой, да. Офигеть. Слышь, ведьма сама себя ударила этим. Блин. Ничего себе. Интересная ведьма. Так, ну что? Сколько так. У тебя тут листвы-то это, а? Так, нам надо еще лес будет очистить. Кого? Лес очистить. Потому что домик должен быть рядом с моим домиком. Где-то... Да будку ему построй, пускай живет там. Так, погоди, а где Антошка, собственно говоря? Давай посмотрим, где он. Антошка. О, стоп, смотри. Я нашел, короче, сундук. Нифига себе, тут еще один вебли и зелье регенерации. Где? Здесь. Зелье дегенерации? Где? Регенерации, которые я вчера... Ну, такие ништяки были. Ну, ладно. Так, ладно, Артём... Какой Артём? Ты чуть-чуть не сказал Артём. Антошка у нас куда-то исчез, поэтому я ему сделаю небольшой сюрприз, построю домик. А он уже сам придет определиться. Жить ему тут или быть свободным, словно птица в небесах. У меня просел FPS. Так. Собственно, блин, я не знаю, был бы я Антошка, я бы не хотел рядом с таким заводом жить. Так. Просто, напросто не хотел бы. Так, погоди, я что-то сильно большой домик построил. Почему? Зачем ты сильно большой домик построил? Не знаю. Совсем что ли? А, ладно, собственно. Нет. Давайте, ой, посмотрим. Так, допустим. Это какая-то смотровая будка, не знаю. Будет он такой security сидеть. Security. Да. А чё я пролезть сюда не могу? А, понял. Ну он же маленький, он будет вот в таком домике жить. Так, стоп. Всё, нам нужно таблицу. Буду жить. Все, я Антошка, корми меня. Корми меня, я Антошка. Тупой. Я Антошка, где моя еда? Несите еду быстро. В пабликах ВКонтакте пересидел и теперь думаю, что он червячок. Ой, какой червячок, слизнячок. Я Антошка, корми... Ой, корми меня. Слизня. Быстро. Нет, Антошка. Так, Антошка. Неправильно. Вот так надо, смотри. Вот так вот. Как? Ты чё? У нас общий дом. Ладно, все. Там просто. Тебе чё, мало огромного такого жилплощади? Тебе нужно 2 квадратных метра, что ли? Да, 2 квадратных метра, а почему будет? Ну вот тут теперь будет жить Антошка. Мне дали достижение нарубить дров. Офигеть достижение. Ладно, что же, дорогие друзья. Погоди. Я сейчас знаю, что сделаю. Погоди, давай сюда. Для будки, будем прощаться. Погоди. Что ты хочешь? Сделаю напоследок ему вот такую вот шнягу. Какую? Все. Теперь найс. Гэди. Во. Ты стих. А, вот это вот. Ну все, пошли прощаться с миром. Погоди, надо его зафоткать.
Отлично. Так. Так, ну что ж, дорогие друзья. Он убил Антошку. Ага, ну. Идите сюда. Так. Здесь, возле кровати. Что ж, дорогие друзья, с вами были Эмеральд и Нейзи. Подписывайтесь на наши каналы, оставляйте комментарии и лайки. Всем пока!